Аюшки, всем, я Квас, и мы с вами продолжаем играть в Deus Ex Mankind Divided. В прошлый раз мы с вами тут что-то бегали, что-то решали, искали трупы и всякая шняга. Мы в Праге ночью, когда у нас, в общем-то, полная жопа здесь, вот, и надо что-то как-то делать, как-то решать проблему. Так, что у нас? А, мы еще купили, у нас есть нано-клинок. Вот это вообще тема, я думаю, надо сейчас где-нибудь заныкаться. Да? Например, вот здесь вот так вот заныкаться. И вспомнить, как настраивается у нас... так, уровень сложности мыши клавиатуры. Значение кнопок, пригнуться, стрелять, перезарядка. Я бы V отключил, потому что оно меня... Мягко говоря, бесит. Господа, не забывайте подписываться на мой канал, подписываться в группу и следить за моим сайтом. Вот, колесо снаряжения. О, отлично. Так, колесо аугментации B. И, соответственно, у нас аугментация 1, 2, 3, 4. Быстрая аугментация. Быстрая ячейка, смотри. Ха, сколько у нас быстрых. Социальное это запугивание. Е-дипломатия. Активировать феромоны. Интересно, у нас, по-моему, феромонов-то и нетума. Так, ну нам надо Б, да, нажать. Да, вот она. Тут у нас F1. Ну, давай мы как-то тебя, может... Давайте F1 переназначим. Потому что у меня-то все F-очки-то забиты. Так, где у нас F1, F1, F1? Вот он, да? Аугментация 1. А на E у нас что-то есть или нет? Удаленный взлом, да? R у нас перезарядка, но так как у нас, в принципе, уже ничего нет с перезарядкой связанного... Можно R поставить? Okay. Нет, ёб твою мать! Ну, ёперный театр. Люки понаставляют открытыми. Чё за шняга-то вообще? Так, ладно, ещё раз. Блин, охренительно. Так... Ой, не то. Слабый таблет, конечно. Ну ладно. Ну тут хорошо, на самом деле. Мне нравится. Что это работает так? Что у нас там, R? Круто! Прикольно. Это, знаете, такое хорошее использование вместо... дробовика, да, или еще чего-то, что вот можно использовать. Это очень классно, мне нравится. А, кстати, вот интересно, а насколько далеко он фигачит? Ну-ка. Прям в точку пока прилетает, да?
так уже, походу, не долетает, да? Да, вот. Ну, это тоже очень неплохо, на самом деле. Иногда даже на близких расстояниях полезно. Ладно, давайте переедем в монумент и там поговорим. Зашибись. Вот тогда бы лучше еще бы вот эти бы стенки убрали, и вообще было бы офигенно. Ну ладно. Проникнуть на территорию Двали. От Двали от меня. Ёпта. Мне кажется, или что-то булькает тут. Так, а я не понял, а чё? Тихие выстрелы. Ну-ка. Уже страшно? Ты меня понял? Как ты его не брали все мои супер клинки надо. Лови. Что ты вам перекинул, мальца? И кто меня заметил? Твой зверь. Надо двигаться дальше. Я жду подкрепления. Так, хорошо. Турельку надо подсоединить к поиску. Вот такая вот кемперка у меня.
Так, смотрите, у нас же появился новый Праксис, а это говорит о том, что мы можем немного прокачать. Вот это. Нажмите B, назначите на одну из ячеек, и удерживайте, чтобы заряжать, и R выстрелить. Давай посмотрим. Ух ты, понял. Это неплохо, это неплохо. Так, теперь вопрос, все-таки, как же нам туда попасть? Именно туда. Не сказал, что мы очень высоко прыгаем. У нас есть где-то прыжки. Вот они, да, прыжки. ИСС не так интересен. А, кстати, вот рывок Икара очень классный. Вот это очень тоже классно. Тайфун, не знаю. Так. И вот, конечно, приземление Икара — это тема. И, естественно, Титан. Много чего. И невидимка вообще... Много чего качать. Я просто к тому, как же все-таки туда-то попасть, а? Потому что мы-то оттуда с вами уже один раз накернулись. И... Кстати, нам все равно туда идти, да? Нельзя сопротивляться стражам порядка. Так. Так, ну. Вот так. Винтовка копье. А у нас как винтовка называется, интересно. А, элитная автоматическая, да? Общий опыт. Ладно. Пусть живут пока. Что-то камера очень жестко поворачивается, не?
А, это турель. Я понял тебя. Дженсен, ты там жив еще? Да, я дошел до квартала красных фонарей. Что там с ордером на обыск? Полиция даже на звонки мои не отвечает. Боюсь, в этот раз ты сам по себе. Как и всегда. Все сделаю, не беспокойтесь. Миллер, Двали владеют большей частью квартир вокруг старого театра, правильно? Да. И собственность свою очень берегут. Так что если ты думаешь пробраться там... Уже не только. Тогда на мирные переговоры с ними можешь не рассчитывать. Дженсен, ты сказал, что Марченко должен закончить сделку, да? Сдвали, да. Не особо зацепка, я знаю. Возможно. Но они лучшие контрабандисты в городе. Значит, там полно поддельных бумаг. Может быть, в кабинете главаря найдешь что-то? Если смогу. Ребята, протупил. Ладно. Талос Рукер. Да ёпти, что-то меня сегодня вообще прёт на убийство, причём самоличное. Так, ну они бросают обычные гранаты, те, которые шоковые, которые, в принципе, не дают мне какого-то урона. Просто выключаются аугменты. Ну, пей, пей таблетки, пей, пей. Так. Еще пей. Thank you.
Так, два ли? Жесткая машина, конечно, шароебится. Еще снайпер. Вон он, сверху. Тихонечко. Легонечко. Сортир. Реструм. Туалета. Смотреть. Бонус в том, что здесь нет вот этих аугов, которые просто бешеные в своем развитии. Тихо. Дерзкий снайпер. Ага, он тут не один. Приманок, как, например, в том же Far Cry, кинуть гранату, например.
Ну что вы поставите у окна-то? Что-то я там снес. Ладно. Да уж, очень высоко. Ладно. Что, неужели они меня все еще ищут? То есть ты меня искал все это время, чувак? Ну ладно. О, кемперка лежит. Просто снайперская винтовка. А, я как понимаю, можно через окно проникнуть, да? Ну это, наверное, у кого есть прыжок и кара. Ну что нам-то... Как-то я бы не хотел. А других способов вниз спуститься, походу, и нет. Как, в принципе, и подняться. Нет, поднялся, смотри, можно вот так вот. Мы так, по-моему, кстати, и поднимались, нет? В прошлые разы. Да, так и было. Что-то не очень-то они... О, попал. Классная штука. Долгая мощь. То есть два четких попадания — это пол его жизни. Не очень хорошие.
Да, так тоже бывает. На технику никогда нельзя положиться. Что это за звуки? Нет, конечно, можно. В какой-то мере. Но не в полной. Потому что в какой-то определенный момент она может взять, да и подвести. И сейчас я говорю не про только Deus Ex, а еще и про свой косяк. Так, ну вот здесь же мы не сможем попасть вовнутрь. Только через низ, через нижние эти. Да? Да. Ну ладно. Чуть-чуть. Нормально. Тут у нас камера, тут у нас три чувака осталось. Еще там. И их там много. Еще успеем пострелять. Мы тогда с вами сделаем следующее. Сюда пройдем. Ой. Неудачно приземлился. Это я хорошо сделал. Это кто там? Никого. Может, обойти стоит? Ну, так получилось. Что-нибудь. Прикольно. Да уж. А, кстати, смотри, могли здесь пройти как-то, да? А, нет, не как-то. Вы можете как-то с верхнего этажа, да? Ну, да, до верхнего-то как-то надо дойти. Эх, хотя стоп. Если так... Тихо, Бэтон. Боинг. И вот он. Вот так вот проник туда-сюда. Да. Можно, наверное, и выше. Ну, пока. И этого вполне хватает. Вот мы, получается... На первом этаже, что ли? Нет, на втором. Еще одно слабое место. Сейчас к
хрен поймешь, кто за кого. Я согласен с тобой, чувак. Странно вышло. Хочешь еще проверить? Если он здесь, то он от нас не уйдет. Так, а что нам надо? Кстати, из заданий. Найти кабинет Радича Николадзе. Так. Понятненько. Так, он сейчас может труп найти. Случайно. Нет, ему пофиг. Откровенно пофиг. Так. Значит, там телочки у нас. Вот этого надо пометить. Вот этого. Надо было прихватить по паре часов, а потом уже поджигать эту лавку. Ой. Так. Ноль. Ноль. Сейчас подойдет. Мы его чпонькнем. Ибо нефиг тут шароебиться. В ухо попал. Ну ладно. Всяко бывает. Не знаю, зачем Радич эти кресла здесь так долго держал. Они просто отвратны. Так, а нам надо. О, тут еще один робот ходит. Да, тут нам, ребята, долго метелиться. У нас получается такая верхняя ложа. Стандартные патроны к пистолету. Очень надо. Ну что, дай подоси по мальцам. Полная шопа у ребят. Я ничего плохого не делала. Я тебя убила. Пожалуйста, нет. Нет. Дай там ящи. Ладно. Сколько можно? Господи, защити. Бесполезно. Так, походу, превышен лимит, да, этих? Нет, нормально еще. Так, заканчивается батарейка. Слишком много всего понадпечал. Я ничего плохого не делал. Конечно. Тише. Так, робот у нас там. Ага. Превысил лимит.
Ну ладно. Похоже, просто в тенях. Это один из этих ебаных уродов. Узнай, откуда это. Бог жалится над теми, кто умер в смущении. А заткнись! Вот зачем нужна боевая тренировка. Что мы должны найти? Я тебе потом выпить. Да. Это хорошая штука. Ты молодец, Да, это круто. Это круто. Мне нравится. Я слишком молод, чтобы умереть. Да. Это прикольно. Вот это шопа. Ни хрена себе! Солота! Я хочу эту солоту! А что это за гандон? Так. Блин, она классная. Так, хорошо. Делай. Ага, камера у нас тут прямо. Под боком. Тогда лучше со второго этажа спрыгнуть. Ух, нифига себе. Тут реквизит. Попал? Прикольно. Аугментированные должны будут в целях безопасности сменить аугментации на разрешенные или расставки. Доступен новый Праксис. Лок. Так, лондонский груз доставлен. Ваш груз прибыл в Хитроу, прошел таможню. Наши люди начнут загружать его в грузовик через 2 часа 15 минут после заката по лондонскому времени. Он будет ждать вас в приемном отсеке Алекс Центр перед рассветом. На месте TI-994A перед началом конференции по Тихой Гавани. Так. Сергей Марченко, конференция в Лондоне.
Господи, там же будут сотни людей. Когда мы туда отправимся? Я сообщу в Лондон. Опа. И скажу Маку, чтобы готовил им план мобилизации. А ты отправляйся домой. Там с тобой свяжемся. Алекс, теракт будет в Лондоне. Двали согласились доставить оружие и орхидею в Апекс-центр. Черт, да они решили уничтожить Брауна. Он их главная цель. Я о нем много узнала. Давай ко мне домой, там все обсудим. Так, ну что, тут еще один есть. Долго что-то как-то взламывается. Так. Окей. Что это? Воу. Класс. Тут у нас что? Ага, камеры. Дверка. О, нет. Это не наш способ. Конец цитаты. Если честно, мне кажется, что слишком активно они все отвечают. Так, так. Отсюда бы как-нибудь так покороче выйти. А вот, кстати, выход. Ага. Так. Прекрасно. Так, тут какой-то чмошник еще бегал. Так, даже не знаю. И чё? И всё, я понял. Да.
Взрывающийся М-лазер. Жестко, жестко. Так. Че, какое у нас в итоге задание? Отправиться домой, что ли? Ладно, ребят, давайте так. Я, может быть, доберусь до того места, а там уже с вами встретимся. Все, покеда.